Карабахский регион Азербайджана особенно привлекателен своими туристическими возможностями. Не исключение и поселок Сугувушан Тартарского района, куда был организован медиатур для более чем 40 СМИ страны. Журналисты побывали в парке отдыха у Сугувушанского водохранилища, построенного по инициативе общенационального лидера Гейдара Алиева еще в 70-е годы прошлого века. В парке площадью 7,5 гектара расположены прогулочные дорожки, установлены скамейки, беседки, спортивные сооружения, создана игровая площадка для детей. На территории парка также имеются туристический информационный центр, плавучая эстакада и автостоянка для транспортных средств, которые будут обслуживать туристов. Здесь проведены масштабные работы по озеленению. Выращено около 5000 деревьев и кустарников. Помимо этого, в парке отдыха будет функционировать ресторан. Все рабочие места здесь предусмотрены для бывших вынужденных переселенцев, будущим жителям поселка, а также гостям будет представлено широкое разнообразие азербайджанской кухни. Мы будем работать в этом ресторане всей семьей. Обеспечить работой получится до 15 человек. Все местные, а также туристы смогут насладиться местной кухней. А мы будем делать все возможное, чтобы удовлетворить их запросы и пожелания. На втором этапе процесса создания туристической инфраструктуры в Сугувушане будут осуществлены строительство нового моста, консервация исторического моста, адаптация существующей площади флага к парку. Будут проведены широкомасштабные работы по благоустройству. Кратчайшие сроки в поселок и близлежащие районы. Планируется приезд туристов. Сюда будут организованы туры из Нафталана, а затем и из других районов. Поселок Сугувушан Тартарского района станет единым туристическим пространством. Успешными темпами продолжается строительство туристической инфраструктуры в поселке Сугувушан Тартарского района. Концепция развития туризма, которая осуществляется здесь, предполагает создание туристического бизнеса, а также формирование местной туристической индустрии. И уже совсем скоро поселок Сугувушан станет одним из развитых центров туризма в Карабахе. Мы собираемся в ближайшее время организовывать туры сюда. И вы знаете, что на данный момент туры осуществляются на освобожденной территории только в Шишу. С марта этого года по линии Государственного агентства по туризму организованы туры для граждан Азербайджана. То же самое предполагается, вот это второй объект будет в Карабахе, туристический объект будет, куда будут привлекаться в первую очередь местные туристы. Потенциал высок в первую очередь для региональных туристов, то есть для людей, проживающих вблизи Сугувушана. Кроме того, Сугувушан будет включен в так называемый туристический кластер с Нафталаном, чтобы все туристы, которые отдыхают в Нафталане, тоже совершали, использовали, значит, туристические продукты Сугувушана тоже. Фундамент парка отдыха в Сугувушане был заложен 20 марта 2022 года при участии президента Азербайджана Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиевой. Церемония открытия парка прошла 15 октября этого года. Жаля Гусейнова, Намик Гасанлы, CBC Сугувушан.